с папой с работы придут. Эта история произошла в необыкновенное, удивительное время. В то самое время, когда старый год уходит, а новый спешит ему навстречу. Ува, мама с папой пришли! Как маленький, ей-богу! Принесли? Вот это подарок! Костюм Деда Мороза. Ува! Вы кто? Тоже мне прилетели. Бегите. Тебе мальчик, мне девочка. Нет, мне девочка, тебе мальчик. Это не мальчик, это Дед Мороз. Морозов хватать нельзя. Ку-ку. Дед Морозов хватать нельзя. Ку-ку. Будь я помоложе, я бы им показал. Дед Мороз, сопливый нос, ищи свою Снегурочку. Ой! Ау, Даша! Ой, Дед Мороз! О, точно, Дед Мороз! Бежим! Хвост ему не оторвал!
Заходи. Здравствуйте, бабушка Яга. Гостем будешь? Проходи. Туз. 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 Ой, черт ты что! Печь не топлена, вода не кипит. Смелый какой! Ой! Ну и ну! Почему не радуетесь? Я Дедушка Мороз, подарки вам принес. Нет, стесняются. Стесняются. А где ваша елочка? Вот она. Ладно, давайте хоровод водить. Собирайтесь, пошли. А ты мне нравишься. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Нет, стройная, зеленая. Подозрительный Дед Мороз. Дед Мороз. Подарков никто не получит. Как это? Мы хоровод водили, песенку пели. А кто мою сестренку заколдовал? Кто ее в елку превратил? Сами виноваты. Нечего было ссориться и драться. Я не настоящий. Прости, Даш. Эта история произошла в необыкновенное, удивительное время. В то самое время, когда сказка приходит в нашу жизнь и остается в ней навсегда.